Так, а где же наша учительница? Я не знаю, мы в тот класс пришли? Да. Всем привет! И вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня мы будем распаковывать вот такую учительницу, мисс Чирайли. И она будет проводить у наших маленьких пони урок. Это мне принес Дед Мороз такой подарок. Давайте распакуем его. И хорошо посмотрим. Так. Так. Вот наша поняша. Сейчас мы вот ее распакуем. Тут какая-то бумажка с всякими предупреждениями. Там на английском, что ли. Так, вот сама пони. Сейчас мы ее распакуем. Так, сейчас. Давай, поняша, давай. Давай. Ой, сложно она открывается. Так, я достала уже такую, как, даже не знаю, что это такая доска. Наверное, какая-то математическая доска, потому что вот тут яблочки какие-то, 2 плюс 2, там 4. Так, давайте достанем нашу учительницу. Так, вот наша пони красивая. Вот это ее указочка. Давайте ее хорошенько рассмотрим. Вот такая пони, вот у нее ножки двигаются, вот так вот она может зарядку делать. Это у нее такое специальное сердечко, есть такое специальное приложение, где можно сканировать это сердечко и играть с пони в игре на телефоне или на планшете. Вот у нее тут ее знак отличия. У нее голова крутится. Хорошо крутится. С ней в набор входила доска. И вот такая указка. Указку можно накопыться. И вот, например, она домой говорит, там, ответьте, сколько будет 1 плюс 1. Вот она может так показывать. Она может по любой позе стоять, потому что это новая такая как коллекция пони, которые могут двигаться. Вот такая хорошенькая. Давайте рассмотрим ее. Если вы хотите продолжение моей игры, где наша учительница будет учить наших пони, то поставьте лайки, и я обязательно сниму продолжение этой игры с учительницей. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!